Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как влияет на нас наш род. То есть на самом деле многие знают об этом, что есть родовые травмы. Даже существует такое выражение «на роду написано». То есть что это значит? Что у человека из поколения в поколение передается какое-то, ну скажем так, не очень хорошее переживание, состояние, да, что-то происходит. Например, люди могут болеть, там, рано умирать или попадать в несчастные случаи. То есть это говорит о том, что есть какая-то родовая травма, да, которая передается от, ну, допустим, матери к сыну, к дочери и так далее. То есть в данном случае важно понять, что это и откуда это берется. Вы можете это проанализировать сами. На самом деле, конечно же, есть люди, которые говорят, я сейчас вам там, ну, не знаю, расскажу о том, что у вас на роду написано, там, что у вас будет в прошлом, что у вас было в прошлом, что будет в будущем. Ну, как говорится, как такие провидцы, гадалки, да, есть такие люди. Но тут в данном случае можно этому верить, можно не верить. Потому что кто лучше, чем вы, знает, что у вас на роду написано. То есть вы можете это понять. И в данном случае это можно постичь в результате медитации, либо процессинга. То есть когда вы углубляетесь и исследуете свой род. То есть я имею в виду, не исследуете там по книгам, да, или по рассказам ваших родственников, а исследуйте сами, потому что вы можете проследить любое знание, которое связано с вами, либо с другим человеком, тем более, если это человек, ваш близкий родственник. Вы можете это прояснить для себя, то есть вы можете сами увидеть, как это у вас, и в данном случае сделать свои собственные открытия. То есть вы можете проследить, откуда, например, берется то или иное заболевание, передающееся по наследству, или какие-то привычки, да, например, это может быть все что угодно. Как говорят, да, сейчас гены, но далеко не все это гены. Гораздо больше вещей мы можем изменить. Даже гены мы можем поменять, что самое важное. И тут очень важно, какой момент? Важно понять, что, кто вы такой, что вы в данном случае духовное существо. И род – это, скажем так, передача каких-то, да, генетического материала, каких-то душевных ценностей, которые наследуется. Но вы также можете это исследовать и осознавать, потому что вы – это гораздо больше, чем просто тело. То есть вы можете исследовать этот момент и понять, откуда это все берется, и самое главное – исцелить это. То есть вы можете двинуться глубже в свое прошлое, да, понять, откуда идет то или иное состояние, и исцелить это. То есть исцелить его у ваших предков. Тут хорошо вот помогает процессинг счастья, который я применяю. Также есть такая методика тета-хилинга, которая тоже позволяет это сделать. Есть много других методик. Самое главное, попробуйте это сделать. Соединитесь со своим высшим Я, закройте глаза и посмотрите, откуда идет это заболевание или состояние, или то, что вы хотите исцелить. Посмотрите в точности, откуда это проистекает, и пройдите этот случай, то есть то, что там есть, да, какие-то эмоции, ощущения, заряды. Пройдите и дойдите до состояния, когда вы почувствуете легкость, когда вы почувствуете, что это исцелилось, и там больше ничего нет. То есть вы это явно почувствуете, почувствуете, что это ушло. И вот таким образом вы поможете и себе, и своему роду, как в прошлом, так и в будущем. То есть это произведет исцеление из настоящего в прошлое и будущее. То есть таким образом вы урегулируете свою ситуацию, которая у вас есть, и урегулируете ситуацию ваших предков и у ваших сынов, дочерей и так далее. То есть по поколениям вперед. Вот. Я такой способ рекомендую. Попробуйте его и сделайте. Если у вас что-то не будет получаться, вы можете задать мне вопросы или обратиться за бесплатной консультацией. Все мои контакты будут указаны под этим видео. И самое главное, важно знать, что вы – это причина над своей судьбой. То есть вы не следствие ее. То есть нету какой-то неисцелимой кармы. Любую карму можно изменить. И вы в состоянии это сделать. Главное – это ваше желание, ваше стремление с этим справиться. Поэтому, друзья, я вам желаю счастья. Если это видео вам было полезным и понравилось, поставьте палец вверх, нравится, колокольчик для напоминания о новых видео. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с вашими друзьями и близкими. Вам гармонии, счастья, и мы увидимся скоро в следующем видео. До встречи!